Телеканал континентальной хоккейной лиги рад вас приветствовать. И мы с вами отправляемся в Братиславу на зимний стадион, где мне совсем скоро в своем очередном домашнем матче братиславский Слован будет принимать одного из лидеров восточной конференции омский Авангард. Против сборной России, которую чехи выиграли. Ну и вот выход 2 в 1. Посмотрите, контратака очень хорошая у Авангарда. И могла шайба оказаться в сетке. Матч у Куинлунь Ред Стар Сочи всего лишь 3 забитых шайбы. Вот посмотрим, что будет у нас. Ну и назревает гол ворота Челяк. И опять не. У братиславского Слована. И проходит передача. Ой, здорово. И надо забивать. Нет. Опять в ближнем бою Марек Чилиак. Хорош. Очередная быстрая атака Авангарда показывает нам. И ответ опять от омской команды. Очень быстрый. Проходит эта передача. Бросок по воротам. И ловушка Чиляка зацепила. А все-таки шайбу Давид Дерне был близок к тому, чтобы забивать. Свой щиток Челяк после мощного броска Чудинова. Он у Чудинова, мы знаем, какой мощный, сильный и поставленный. Еще бросок, добивание и гол! Но эта шайба назревала, и Денис Зернов открывает счет в этом матче. Авангард реализует большинство. 1-0. Денис Зернов для себя забрасывает 7-ю шайбу в чемпионате. Да, не часто в последних матчах Зернов отличался. И еще такая есть одна интересная деталь, дорогие друзья. Вот здесь, в Братиславе, на своей родной площадке, Слован. И гол! 1-1, хотел сказать, давненько не побеждает Авангард с 19 ноября 2013 года. То есть уже 5 лет. Но вот сейчас очень важная шайба. Андре Месераш, его нам показывают. И какой момент! Гол! Авангарду 1! Вот так вот неожиданно, как черт из табакерки, выскакивает Давид Дерне за спин игроков Слована. И вновь выходит Авангард вперед. Разобрался здорово Давид Дерне. Забрасывает свою 4-ю шайбу в сезоне он. Певцакин блокирует его бросок. Вновь Певцакин туда в борьбу за ворота проходит эта передача. И момент великолепный какой! 2-1 минимальное преимущество Авангарда пока. И очередное большинство гостей. Ну а Словно надо выстоять. И что? Нет, 3-1. 3-1. Авангард забивает очень быстро, реализуя это большинство. Ну и давайте смотреть. Дубль Дениса Зернова, похоже. Бросает Зернов и не успевает тут среагировать Челяк. Да. Здорово, шайба проходит прямо опять вот под щитками. А Слован-то без шайбы очень часто бывает. А вот и перехват. А вот и быстрый перехват. И это уже точка. Это уже приговор от Виктора Стольберга. Очень все здорово. Быстро, классно сделали мячи. Бросок просто отменный под перекладину. Виктор Стольберг забрасывает эту шайбу. Вот видите, ошибка при входе в зону. Быстрая контратака. Уже вынуждены раскрываться. Не всегда возвращаются здорово в оборону. Ну и бросок низом. Хорошо играет Чиляк. На подборе Певцакин. Все, сирена об окончании этого матча, друзья. Ну что ж, поздравляем мы. Омский Авангард. Побеждают они сегодня братиславский Слован. В гостях 4-1. Были шансы сегодня у братиславцев. Но Авангард сегодня был более акцентирован в атаке.